175 экипажей из 13 европейских стран вышли на старт трофи рейда «Ладога». Участникам предстояло преодолеть дистанцию 1200 километров, причем 150 из них по бездорожью. Гонщики выступали в 9 зачетных классах. В категориях ТР-3 и Прото состязались гонщики на автомобилях-прототипах, созданных в единственном экземпляре специально для гонок по бездорожью. В классе ТР-3 победу одержали россияне Сергей Хальзев и Дмитрий Овчинников, а в категории Прото представитель Латвии Эдвинс Авансович и Каспарас Куайелович.